Более 2 миллионов учебников купили для школ Дагестана. На эти цели было направлено более 600 миллионов рублей из резервного фонда правительства России и еще 220 миллионов было выделено из бюджета республики. В школы книги попадут после того, как завершат процедуру нанесения номеров и голограмм. В ходе проведенной инвентаризации в библиотеках было найдено большое количество неиспользуемых учебников. Все они были изъяты и перераспределены по школам.